Хей, всем большой привет, дорогие ребята, меня зовут Маус, и добро пожаловать на мой второй канал под названием Сундук Титмауса. Это уже 15-я серия по выживанию в Майнкрафте на версии 1.18 без модов. В прошлой серии мы с вами отправились в адское измерение, где немного побегов отыскали вот такой вот замечательнейший бастион. Кстати, эндермен, а ну-ка смотри-ка на меня, давайте сейчас быстренько эндермена уничтожим. Ну и в принципе, ребята, сегодня будет интересно, потому что именно этот бастион я планирую залутать, потому что здесь в сундуках, как мне в комментариях написали, находятся самые настоящие сокровища. Очень интересные вещи, которые мне, возможно, можно пригодятся. Вот эндермен, по ходу дела, на меня нападать не захотел, хотя я его немного подразнил. И, по-моему, погодите-ка, он где-то там, да? Стоп, давайте-ка все-таки его найдем. Я думаю, нужно с ним справиться. Так, вот он, отлично. Сейчас мы ему дадим люлей. И, в принципе, уже можно постепенно будет начинать лутать все эти сундуки. Но лутать нужно осторожным. Самым осторожным способом, чтобы меня и не заметили. А кто они? Вот эти вот все пиглины. Тут есть пиглины вот такие. Также есть пиглины с луками. Также есть пиглины с топорами, самые опасные. Пока что я таких не замечаю здесь. Но их стопудово нужно остерегаться. И самый прикол, ребята, у меня всего лишь 2 хп. Нифига себе, что-то я совсем за своим здоровьем не слежу. Давайте перекусим еще немного. Немножко. Вот, с топором тот самый пиглин, который опасный и страшный, который нам вообще такой урон может нанести, что жесть. В общем, будем сегодня пытаться от них избавляться. Вернее, не попадаться им на глаза и лутать сундуки незаметным способом. Я это сделаю очень легко. Во-первых, мне просто-напросто нужно добыть себе немножко данного незерека, потому что именно в незереке я буду закрываться, и по идее, если я закроюсь в нем, то меня они не смогут заметить. А также данный камень под названием чернит ни в коем случае нельзя тоже мне рубить, потому что если я его срублю, то они тоже меня загрится и, соответственно, дадут мне конкретных люлей, вряд ли я от них смогу отбиться. Поэтому прямо сейчас я уже добыл себе немножко незерека, что довольно-таки неплохо. Думаю, можно еще немножко добыть про запас, как говорится. Лишним он сегодня точно не будет. Ну и, в принципе, прямо сейчас постепенно начнем лутать все эти сундуки замечательные. Все эти блоки и так далее. Короче, будет прикольно. Пойдемте. Идем вот сюда. Первый сундук здесь замечается. Я, конечно же, быстренько его застраиваю. И, соответственно, застраиваюсь вместе с этим сундуком. Вот таким вот образом. И сейчас мы его облутаем, обкрадем. Вот таким вот образом закрылись. Все. Так, еще немножко надо вот таким вот образом сделать. Можно как-нибудь, кто этот блок сюда поставил? Я, что ли? Нифига себе. А вот тут не получится закрыть место. Блин, ребята, непонятно пока что, как все тут будет работать у нас. Но сейчас мы с вами что-то придумаем. Что-то допридумаем явно. Вот таким вот образом. Фух, все, ребята, закрылись. Открываем. И я надеюсь, что никто не загрится. Новое достижение. Было ваше, стало наше. Тут у нас имеется немного железной брони, которая мне, конечно же, не нужна. Золоченый чернит тоже не нужен. Кирканная эффективность, 3 алмазная. Что, простите? Нифига себе, тут даже такие вещи находятся. Вот это прикольно. Стрелы я соберу, паутину соберу. И обсидиан, думаю, пригодится он мне. Офигеть, ребята, вот это мы сами, конечно, собрали, так собрали. Прикольно, прикольно. Так, ребята, все. Самое главное то, что я остался незамеченным, на меня никто не нападает. Это очень хорошо, я сломал блок этот черный. И, по-моему, меня опять-таки никто не заметил. Слава богу, я остался незамеченным. Господи, боже мой, так опасно было. Сейчас на меня могли напасть, но, к счастью, этого не произошло. Закрываем данный сундук. Чок, ребята, кто-то напал? Что происходит? Я-то думал, я незамеченный. Но кто-то нападает уже. Стоп. Все нормально? Все нормально. Вот он с топором. Единственный, единственный, пока что единственный. Так, я думаю, вот что сейчас сделаю. Я думаю, сейчас я сделаю вот такую же интересную штуку. А именно вот тут вот застроюсь немножко. Ага, все, он ко мне не подходит. Блин, как это работает-то, елки-палки, офигеть, чуть не дали нам люлей. Так, будешь ли ты сейчас на меня агриться, интересно узнать? Агрица, смотрите, агрица, агрица и целых 2 агрица. Так, понял. А ну-ка идите сюда, а ну-ка идите сюда. Не, в смысле? Может быть, подойдете все-таки поближе? Так, подходит, смотрите-ка, подходит. Молодец. Малорик, подходи. Давай, скорее уходим. Так. Все, не достанешь. Я сейчас попытаюсь их зарыть. Просто-напросто взять и зарыть. Как-нибудь зарыть. Не получится, да, наверное, это сделать? Блин, как все опасно здесь. Так, что делать, Как быть, не понимаю. Наверное, нужно быстренько с лука их зафигачить. На! Получайте! Получайте, говнюки такие. Офигеть, ребята, напали на меня, блин. Ну и сумасшедшие, ребята. Так, что-то они очень долго убиваются. У них что, по броне-то вообще? На, нормально тебе нравится? Сейчас горит, я думаю. Думаю, сейчас горит. Наконец-таки все, ребята, убили. Уничтожили минус несколько пиглинов с топорами. Или как они там называются, я не знаю. Ну ладно, вроде бы остальные на меня пока что внимания не обращают. Это очень хорошо. Все, этот сундук где? Этот сундук вот он. Я его быстренько застраиваю, все, я его лутал. Это значит, что я его уже лутал. Еще один сундук находится вот здесь, прям таки. Ну-ка, можем ли мы как-то пробраться, не ломая данный камень? Не понимаю. Вот так можем сделать мы. Вроде бы никто не нападает.
Вроде бы все хорошо, здесь никого нету, тут можно быстренько тоже закрыться и все это дело лутануть. Давайте. Давайте, отлично. Так вот, не знаю, вот эту штуку, если я сломаю, что-то будет мне? Наверное, будет. Блин, тоже неудобно как-то получается. Ёшкин ты ж кот. Ёлки-палки, иголки-моталки. Вот так вот закрываемся. И, конечно же, снова лутаем сундучелу. Что у нас здесь? Узор флага? Рыло. Узор флага рыло. Прикольно. Можно будет потом, наверное, флаг с рылом свиным сделать. Интересно. Так, я, наверное, бы сейчас что-нибудь выкинул, потому что, ёлки-палки, места-то у меня уже нету. Избавлюсь я от кварца, так уж и быть. Избавлюсь я от кирпичей незерских. Избавлюсь я от чернита, который мне тоже не нужен. Ну и, в принципе, остальное вроде бы как все такое нужное, как мне кажется, да? Ну, в принципе, да. Все, окей, пойдемте отсюда. Облутали этот сундучок, будем это знать. По-моему, кто-то на меня нападает. Кто-то только что горит в лаве. Кто-то только что сгорел в лаве. Кто это, елки-палки, был? Пипец, эти звуки меня пугают, я не знаю. Так, ну-ка, тут можно как-нибудь пройти? Вот так вот можно. Здравствуйте. Что у нас тут? Тут сундук мы лутали уже. Если вот сюда забраться, здесь что-нибудь будет? Хеллоу, тут что-нибудь есть? Что-нибудь прикольное, какой-нибудь сундучок. Сундучок. Прикольно. Так, срочно закрываемся. Давайте, давайте, давайте. Мы воры вообще. Какие воры? Я таким вором никогда еще не был. Так, нормально, закрылись. Открываем. О, сколько тут всего. Сгустки магмы соберем, естественно. Цепи. Не знаю, собирать их, наверное, не стоит. Меч на остроту 3. Что? Еще и покоцанный. Прикольно. У меня на остроту огня. У этого 8 урона. Этот меч покруче будет. Ладно, соберем. Стрелы соберем, яблоко заберем, естественно, и обсидиан забираем с собой. Цепи, я вот не знаю, они как-то крафтятся. Наверное, все-таки они как-то крафтятся, поэтому смысла их забирать отсюда никакого нету. Я, по крайней мере, надеюсь, что действительно я был прав, и они крафтятся стопудово. Так, окей. Пробираемся мы с вами еще куда-то повыше прямо сейчас. И смотрим, что у нас тут, кто у нас тут. Вроде бы пока что никого. Сундуков тоже не наблюдается. А вот здесь. Ну и, в принципе, тут тоже все чисто. Все. Более-менее чистенько. Меня это радует, то, что сейчас никто на меня тут напасть не может. Что, только что гриб вырос здесь? Нифига себе. Нормально. Интересно, однако. Так, тут ничего нету. Если вот так вот пройтись еще немножко, давайте посмотрим. Блин, тут столько всего. Вообще капец, ребят. Я уверен, что какие-то сундуки мы с вами случайным образом да можем пропустить. Я понимаю, то, что еще золотые блоки есть. Но золотые блоки я соберу потом как-нибудь. О, еще один сундук нашел, кстати говоря. Отлично. Так, а мы его лутали или нет? По-моему, мы его не лутали. Или лутали? Может быть, я это, дурачок? Давайте проверим. Проверим, лутал ли. Не лутал, нифига себе, сколько здесь плачущего обсидиана. Еще и лопата алмазная. Так, мы вместо вот этого заберем это. Так, кусочки золота мне не нужны. Обычное золото мне, в принципе, тоже пока что не нужно. Не стоит забивать инвентарь. Выложу вот это и еще выложу, пожалуй, я, наверное, железные слитки. 5 штук. Пускай, мне просто нужно действительно место. Поэтому, да, все нормально, все замечательно. Они там где-то опять-таки хрюкают все эти пиглины, фигиглины. Мы их не трогаем, мы их делаем вид, что даже не замечаем. Они для нас пустое место. Вот, тут у нас ничего нету, в принципе, вроде бы как вот эти башни все залутаны полностью. Теперь настало время идти в этот замок, этот бастион. Мы залутали только маленькую часть, только самую маленькую часть облутана. Представляете себе? Вот это да-да-да. Так, ну-ка, тут сундуки, господи, самое главное в лаву не упасть. Сундуков тут тоже вроде бы как не наблюдается пока что. Я перекушу прямо сейчас стейком. Это обязательно. Ну и, в принципе, можем смотреть, что еще тут такого интересного мы сможем наблюдать. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь вроде бы как более-менее пусто. Ничего такого нету. И, в принципе, да, ничего такого. Блин, все-таки вон тот блок я бы собрал. И там, смотрите-ка, заспаунился говнюк какой-то. Либо он был, я вот не знаю. Ладно, неважно, нам сейчас нужно с вами снова застроиться. Отлично, замечательно. Сейчас мы быстренько срубим себе этот самый блок золотой. Золотой блок, это прикольно. От него отказываться все-таки не хочется. Давайте. Так, вроде все нормально. Ой, сломал блок. Ребята, мне страшно. Я не знаю, что меня сейчас ждет. Но вроде бы как никто не нападает, да? Тихо, спокойно, один напал, ну давай, подходи. Чё ты, забоялся что ли? А чё это ты? Ну ладно, в принципе он меня уже не трогает, можем идти дальше. Прямо сейчас, ребят, я знаете, что хочу сделать? Я хочу взять с собой что? А, нечего в принципе брать, у меня вся еда здесь, точнее, господи, что-то я перепутал. Я хотел блоков нарубить, вот что я хотел сделать, вспомнил. Блоков надо нарубить, и как же это офигенская кирка рубит хорошо. Очуметь, просто копаем, как не знаю, как бульдозеры какие-то. Бормашина, прикольно. Очень здорово. Надо было еще на прочность ее зачаровать. Будет вообще прикольно, если мы это сделаем. Но пока что у нас нету никакой еще одной кирки, чтобы ее можно было на прочность зачаровать. Так, ладно. Тут ничего не наблюдается. Нам нужно идти, наверное, куда-то в другое место. И вот тут сундук. О, двойной. Вы только посмотрите на это. Целых 2 сундука. Так, этот сундук мы уже с вами вроде бы как облутали. Или нет? Погодите, я его лутал?
Чё-то мне не помнится, чтоб я его лутал. Это странно, давайте попробуем. Может быть, я реально его как-то пропустил? Вроде бы да, не лутали мы такой. Что это такое, господи, какие-то опять звуки, какие-то пиглины, мне страшно, застраиваемся срочно. Нормально, так. Да, ребята, я это не лутал, сколько тут железа, сколько тут стрел. Блин, железо, конечно, бы тоже не помешало так-то. Ладно, давайте его заберем, пофиг, целых один железо, нифига себе, блин. Неплохо. Зря я тогда 5 железа выложил на самом деле. Очень зря. Но да ладно. Что стоит выложить тогда? Вот в чем вопрос. Эти блоки выложим. Выложим бутылочку воды. Пофиг на нее. И, наверное, выложу я еще что? Блин, тут столько всяких вещей. Я вот не знаю, что мне тут действительно не нужно. Вот это не нужно мне. Все, действительно. Нормально, проблема решена. Можем идти дальше. Так. Двойной сундук. Я тебя сейчас облутаю. Я надеюсь, что тут будут алмазы. Я не знаю, вообще есть ли вероятность тут алмазы встретить. Раз алмазные вещи мы встречаем, то, наверное, алмазы тоже вероятность есть стопудово. Так что прямо сейчас, возможно, что-то облутаем. Давайте проверим. Так, отлично, закрылись. Здравствуйте, что у нас тут? Ботинки на скорость души 2. А у меня ботинки на невесомость 1. И вот эти на скорость души 2 тоже железные. Ладно, золотые ботинки тогда мы трогать с вами не будем. Заберем только железо, заберем, естественно, жареную свинину. Пригодится. Что? Древние обломки! Нифига себе, это же вообще прикольная штука. Можно будет делать незеритовые вещи. А это прикольно. Это очень даже классно. Нифига себе, я не знал, что они тут встречаются. Новое достижение, осколки прошлого. Вот это да. Золотое яблоко мы, естественно, забираем с собой, сгустки слизи, железный блок, воу, окей, я его сейчас переделаю, наверное, в слитки сразу же. Все, и теперь можем слиточки собирать дальше. Меч бить членистоногих. Так, ладно, он мне не нужен, нити мне тоже не нужны. Блин, ребята, опять места нету, что выкинуть? Скорость души ботинки вот эти мне не нужны. Ну и, в принципе, вот этот меч, я не знаю, стоит ли его забирать. Так, острота 3. Ну, наверное, давайте заберем на первое время, да? На первое время заберем. Окей, договорились. Договор. Идем дальше. Добрый вечер. Здравствуйте. Здорово, пиглины. Вас тут уже я замечаю много. Так, ух ты, золотишко, я бы его собрал. Так, ты на меня не агришься? Молодец какой, не агрится. Это очень хорошо. Самое главное сейчас не допустить лютейшую ошибку. И не сделать так, чтобы они меня заметили, когда я ломаю данный блок золотой. Надеюсь, этого не произойдет. Все будет хорошо. Так, ломаем. Вроде бы никто не загрелся. Загрелись, да ну нафиг. Не может быть. Так, стоп. Все нормально? Все нормально? Вроде все нормально. Вот этот вроде бы как на меня погрелся. Стоп. У меня, ребята, кнопка вперед не работает. У меня перестала работать кнопка вперед. В смысле? Погодите-ка, это ненормально. Ребята, у меня кнопка назад только работает, кнопка вперед не работает. Пошел нафиг, уйди от меня. Уйди от меня, у меня кнопка вперед не работает на клавиатуре. Чё за фигня вообще, ребята? Я не понимаю, как так заработало. Офигеть, ребята, у меня не работала кнопка вперед. Опять не работает. Пипец, ребята, неужели у меня клавиатура ломается? Вот это будет фиаско полнейшее, если действительно так. Алло, кнопочка, пожалуйста, заработай. Заработало, все? Нет, не работает. Назад работает, вперед не работает, что делать? Блин, ребята. Фух, ребята, вроде бы заработало, все нормально, можем быстренько выходить отсюда. Да, ребята, кнопка работает, я просто-напросто перетыкнул квартиру, говорю, клавиатуру перевоткнул из USB, и теперь все вроде бы как стало нормально. Капец, ребят, я уже думал, у меня клавиатура сломалась в такой неподходящий момент. Так, ты на меня не нападаешь, это очень хорошо, что ты на меня не нападаешь. Что у нас тут дальше интересного? Может быть, да елки-палки нападают, смотрите, а ты-то что нападаешь? Что я тебе сделал? Ты говнюк с топором, ну давай, подходи, блин, сейчас я тебе покажу. Чё это значит биться с Титмаусом, а? Ты еще и отстрел отворачиваешься? Нет, ребята, мне сейчас люлей даст. Мне сейчас люлей даст, то он, отходим скорее. Пошел вон. Пошел в жопу. Так, уходим, ребята, мне страшно. Нам срочно нужно перекусить. Нам срочно нужно перекусить. Едим яблоко. Нормально, нормально. Живы целы. Господи, какой кошмар вообще, пипец. Так, нормально? Бежит, смотрите, бежит за мной. На, получил, елки-палки. Сейчас с лука мы его достреляем. Получай. Нет, живой еще до сих пор, офигеть. Капец, сколько стрел-то по нему еще. На, нет, ребята, пошел вон, пипец. Слава богу, этот не агрится. Что за фигня, вот это он живучий, конечно, чуть не убил меня. Слава богу, были золотые яблоки, которые меня только что спасли. Елки-палки. Вот это мне сейчас повезло. Так, аккуратнее, аккуратнее. Мы еще совсем не все облутали, на самом деле. Я бы еще что-нибудь полутал. Опять-таки там эти говнюки находятся. Ладно, проходим. Здравствуйте, здравствуйте. Так, все нормально. Все нормально, рычат там что-то. Хрюкают, елки-палки. Так, здорово, чуваки. Все нормально у вас тут, все нормально? Окей. Идем дальше. Как мы тут вообще? Тут мы не пройдем, тут уже все.
Здесь уже как бы все. Так, ты не нападаешь на меня? Не нападаешь. Молодец, все нормально. Живем, живы, целы. Кушаем мясо. И вот сюда мы можем пробраться. Так, тут никого с топорами вроде бы как нету. Здесь тоже. Тут все хорошо. Боже мой, ребята, опасно, это вообще капец. Я вот не понимаю, как тут пробраться мне только. Самое вот единственное, что непонятно, это я не знаю, как пробраться. Как нам это сделать? Тут ничего нету. Здесь тоже никак. А если вот так вот пробраться, вот таким вот образом простроиться на верхушку? Кстати, это идея. Давайте попробуем. Самое главное, чтобы нас сейчас не скинули в лаву. Так, тут можем? Тут ничего нету, опять-таки. Окей. Блин, ребята, мне страшно, ну ладно. Как говорится, с богом. Была, не была. Была, не была. Давай, 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 давай. Господи, как они там орут. Вон они сверху, где-то там. Так, надо вот сюда пробраться, мне кажется. Вот таким вот образом. Все. Отлично. Тут ничего вроде бы как не наблюдается. Никаких сундуков пока что я не замечаю. Хотя, возможно, они где-то вон там есть снизу. Но пока есть ничего не видно. Капец, какие же они страшные. Почему их там так много, ребят? Я все больше и больше этих хрюка не слышу. У меня блоки закончились, но у меня еще блоки есть. К счастью, еще блоки эти находятся у меня. Поэтому все хорошо. Так. Вот они все хрюкают. Вот они все. Их так много здесь. Так, если туда пройти, там что-то будет. Я не знаю, туда я идти пока не хочу. Я хочу взобраться на верхушку. Здравствуйте. Все нормально? С топором, чувак. Нет, ребята, уходим наверх быстрее, пока он меня не тронул. Фух, все, ребят, достать не может. Слава богу, он без лука. Если бы они были с луком, еще агрились, это было вообще полная жопа. Так, там сундучело вижу. Ух ты, это уже интересно. Тот сундук, это уже прикольно. Надо бы туда как-то сейчас уломаться, укопаться, да? Или что? Вот так вот сделаем. Оп, нормально, никого нету. Никого нету, ребята, тут все чисто. Тут все спокойно. Можно быстренько закрываться и лутаться. Просто закрываться и лутаться. Давай скорее. Так, вот таким вот образом, пока меня никто не замечает, мы просто-напросто берем и застраиваемся. Застраиваемся на верхушке сундуки. Не знаю, что тут вообще будет сейчас, как вообще будет, но надеюсь, что что-то интересное явно мы тут встретим сейчас с вами. Я уверен в этом, что что-то интересное будет, потому что, елки-палки, в этих сундуках реально что-то прикольное постоянно виднеется. Блин, ребята, не получилось застроиться до конца. Так, блоков больше вроде нормальных нету. Ладно, будем довольствоваться тем, что есть. Открываем. Ух ты, немного стрел еще. Опять-таки меч на проклятие утраты. Так, нам такой меч, наверное, не нужен. А мы возьмем сгустки магмы. И золотые поножи я трогать не буду. Тут у нас что находится? Опять-таки, очень много сгустков магмы. Мы их соберем. Опять-таки, стрелы спектральные тоже нам пригодятся. Так, в итоге ровно стак получилось. А еще немного обыкновенных стрел у нас находится в итоге. Также золотой нагрудник меня не интересует. А вот золото и железо я, естественно, с собой соберу. А, пластинка. Интересно, можно забрать. Лейна Рейн, пик степ, прикольно. Так, нити нам не нужны. Ну и, в принципе, все остальное, то, что здесь есть, нам не нужно. К сожалению, я пока что не встретил еще никаких алмазов. И там, елки-палки, смотрите, пиглины в броне в золотой. Вот это да. Так, тут у нас что? Здесь вроде все спокойно. Тут вроде бы как все тихо. Так, вот не знаю, вон туда что ли, наверное, как-то нужно пробраться. Давайте упадем. Никто ничего не сделает? Никто ничего не сделает. Все хорошо. Все в порядке. Тут вроде бы как никто не нападает. Если уйти куда-нибудь пониже, можно это сделать? Здравствуйте. Чего у вас тут интересного? Ничего не вижу. Блин, ребята, куда нам можно пройти? Я вот не понимаю. Если я сейчас сломаю при них этот блок, они будут на меня нападать? Или только с топорами чуваки нападают? Непонятно. Вот давайте проверим. Вот я ломаю. Никто не нападает. Ломаю, всем пофиг, ломаю, всем пофиг. А, ну всем пофиг, в принципе, так-то. А я боялся ломать все это время. Да ну нафиг, всем реально пофиг. Прикол, ладно, тогда ломаем. Тогда ломаем. Тогда просто-напросто ломаем. Отлично. Тут никого нету. Блин, ребята, я так рискую, на самом деле, что пипец. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, ребята, мне очень страшно. Кто там, кто-нибудь есть? Эй! Кто-нибудь? Никого нету. Тут что-то есть. Так, здравствуйте. Никто не нападает. Все нормально. Ну, вроде бы, все облутал, что ли? Погодите-ка. Или нет, погодите, может быть, там что-то еще есть? Хлоу! Что-нибудь! Еще сундуков хочу! По-моему, все, ребята. Вроде бы как все сундуки облутал. Кто-то очень злой, по-моему, нет? Нет. Не понимаю, ребята, все, мне, короче, страшно. Я отсюда пошел. Так, ребята, ухожу, ухожу, ухожу. Прыгаем, нормально, живы, целы. Прыгаем вот таким вот образом, сюда можно упасть. Посмотреть, что у нас тут находится такого интересного. Тут вроде ничего такого нету. Так, я перекушу на всякий случай золотое яблоко. Это будет, наверное, самое сейчас правильное решение. Ну и, в принципе, здесь тоже сейчас посмотрим, что-нибудь есть. Тут ничего нету, тут говнюк с топором, по-моему, да? Он с топором? Он с топором. Он с мечом, господи, он с мечом, все нормально. Это не тот говнюк, злодей пиглин, который меня пытался убить. Здесь ничего не наблюдается.
Все вроде, ребята. По-моему, весь бастион облутан. Я не знаю, честно, все ли я сундуки сейчас забрал, но что-то мне подсказывает то, что все. Возможно, я и ошибаюсь, но, ребята, я делал все, что смог, Пора отсюда просто-напросто валить, честное слово. Мне так надоело здесь находиться, очень страшно, честно. Так, я сейчас выкинуть, чтобы такого можно выкинуть-то, а? Две картошки выкину. Наберу себе, опять-таки, немного накопаю вот этих самых блоков. Можно и кварц порубить немного, но не для того, чтобы его собрать, а для того, чтобы опыта себе немножко нафармить. Вот он, я изначально же из-за кварца сюда и пришел, чтобы опыта набирать побольше. Вот это я понимаю. Все-таки кварц я соберу вместо вот этих двух золотых слитков. В принципе, два золотых слитка. Это полная фигня. Все отлично. Также можно параллельно все это дело тоже собирать, выкапывать. И кварц тоже забираем. Отлично. У нас уже 20 левел почти что. Это очень хорошо. Это значит, что уже очень скоро мы с вами сможем чаровать свои вещи на офигенский левел. Ну и, в принципе, прямо сейчас я раздобыл себе эти самые блоки. Можно с помощью них застраиваться на верхушку, потому что именно оттуда я примерно и пришел. Полетели. Давайте, наверх. Давай, камон, скорее, я хочу домой. Честно, мне уже пора домой идти, наверное. Надо выложить все вещи, которые мы сами нафармили, потому что я не хочу здесь терять. Так, там золотой блок. Вот его я, пожалуй, только соберу. Не знаю, там я пропускал, наверное, тоже золотые блоки. Но, если что, ребят, мы сюда еще вернемся. Пока что соберу только те блоки, которые виднеются у меня здесь. Спасибо. Все, собрал. Собрал. Здесь вроде бы как больше ничего такого нету. Тут, в принципе, пустота. Здесь тоже пустота. Ну и, в принципе, красота. Мы все собрали. Все, что нужно было, мы собрали. Пойдемте отсюда. Уходим. Уходим! Давайте домой. Дорога домой. Очень хорошая дорожка домой нас сейчас с вами ждет. Мы же нормально все? Мы же нормально строимся? Вроде бы как нормально. Выстраиваемся туда, куда и нужно было. Вот. Ой, не таким. Где мой факел? Вот мой факел. Все. Вот таким вот образом. Все нормально? Нормально, ребята. Наконец-таки, господи, елки-палки, еще и разбиться насмерть не хватало. Нет, не надо нам таких приколов. Мне сейчас нужны блоки. Мне опять нужны блоки. Елки-палки. Я весь обсидиан потратил, вернее, весь незерек. Забираемся. Все, ребята, мы выбрались. Мы выбрались, наконец-то, ребята. Так, теперь нужно каким-то образом тут пройти. Вроде бы как мы вот таким вот образом шли как раз-таки. Этот блок я поставлю сейчас. После чего возьму свой незерек и, наконец-таки, пойду дальше простраиваться. Во! Все, ребята, мы ушли. Мы полностью в безопасности. Я теперь уверен, что меня точно уже здесь никто убить, победить не сможет. Мы сейчас просто-напросто копим левел. И в скором времени будем червать свои вещи на более крутые уровни. Так, честное слово, не помню, как я сюда вообще пришел, каким образом, елки-палки, это получилось. Ну да ладно, будем идти так, как знаем. Наверное, поверху я шел. Или нет? Я не понимаю, как я действительно шел. Ладно, наверное, нам все-таки вон туда нужно сейчас каким-то образом пройти. И сделаем мы это очень просто. Вот так вот пробежим. После чего вот таким вот образом тоже, наверное, прокопаемся. Да? Да, прокопаемся. И сейчас будем опять-таки строить блоки. Самое главное, это не упасть в лаву. Я, наверное, все-таки еще одно золотое яблоко съем, потому что мне очень страшно, реально. Мне очень страшно все это дело потерять. Если мы сейчас все вещи потеряем, вы прикиньте, какой-то будет фиаско. Просто все нажитое упорным трудом, вся наша броня и так далее, все пойдет на смарку. Такого быть не должно, это явно. Это стопудово. Так. Опа! Полетели, попрыгали, идем дальше. Тут еще немного золотишка есть, которое я, конечно же, собирать не буду, потому что мне оно не нужно. Мы уже блоков сами нормально нафармили. Ну и, в принципе, примерно вот отсюда я и пришел. Вон он, мой портал в ад, наконец-таки, ребята. Все, пойдем, собираем еще немного этих блоков. По пути как раз-таки можно еще немного кварцика покопать, потому что мне реально очень сильно нужен опыт. Так что идем за кварцем. Вот он тут как раз-таки находится. Замечательно, собираем. Очень скоро такими темпами мы уже сможем нафармить с вами самый настоящий 22 левел. И меня это, соответственно, не может не радовать, потому что именно сейчас у нас на 22 левел есть возможность зачаровать свои какие-то вещи. Так что собираем, выкапываем весь этот самый кварц. У нас уже скоро 23 левел будет, неплохо. Блин, ребята, вот так до 30 левела накопить и вообще идеально будет. Ну не знаю, наверное, это очень долго будет. Хотя, возможно, и нет. Ща, короче, посмотрим, побежим. Что у нас тут еще есть? Вон там еще немного кварца замечается. Это очень хорошо. Сейчас мы его тоже, естественно, соберем. Давай, кварц, быстро. Много кварца нужно. Уже 23 левел. Ребята, такими темпами реально до 30-го вообще фигня остается. 24 левел почти что накопили. Офигеть. Все, 24 левел есть. Прекрасно. Интересно, сколько нам нужно вскопать кварца, чтобы можно было получить 25 левел? Давайте посчитаем. Чисто для интереса. Мне кажется, наверное, штук 20 кварца нам нужно накопать. И тогда мы накопим. Давайте это быстренько проверим. Так, я еще, наверное, какие-то вещи выложу. Я выкину зажигалку огневой или штанишки. Зажигалку или штанишки, вот в чем вопрос.
Наверное, я выкину все-таки зажигалку, да. Огнева не нужно. Мясо можно это съесть. Все, никакие зажигалки не выкидываем. Просто-напросто жрем мясо, когда проголодаемся. А пока что копаем кварц. Я поставил ставку на 20 штук, чтобы до 5-го левела накопить. Давайте проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 пока что кварца мы накопали. Походу, дела больше придется накопать. Да. Действительно. О, гаст. Трогать мы его, конечно же, не будем. Мне интересно, что у нас тут находится. А, еще, отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, ребята, вот 20 кварца я вскопал, 25 левел пока что мы еще с вами не получили. Но сейчас уже получили. Все, ребята, 25 уровень уже у нас. Офигительно! Просто идеально. Так, еще вот тут все, у меня левел заканчивается. А можно мне, пожалуйста, в плане места заканчивается? Можно мне перекусить? Я просто хочу пожрать эту свинину. Когда я уже проголодаюсь-то? Ну давай. Я знаю, что это будет очень скоро. Еще чуть-чуть, и я буду голоден. Я буду максимально голоден. Хотя, возможно, и нет. Я же золотое яблоко сожрал. Точняк, золотое яблоко мы же с вами ели. Окей, будем прыгать, пока все это дело у нас не проголодается. Отлично. Так, еще кварц вот здесь вижу. Очень много, кстати говоря, кварца. Неплохо. Собираем. Нормальное такое количество, я считаю. Прям офигенно. Блин, ребята, надо будет его реально на обратном пути весь собрать. Как только проголодаемся, сходим соберем. У нас уже почти 27 левел. Круто, 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 круто. Еще кварц здесь находится, правда, один всего лишь, да? Да, всего лишь один кварц. О, тут еще есть. Отлично. Это хорошо. Я, по-моему, слышал курицу только что. Действительно, нормально, прикольно у вас тут, конечно. Курочки бегают. Так, я до сих пор не голодный. Почему я до сих пор не голодный? Когда я, елки-палки, проголодаюсь? Мне это уже не нравится. Я в Майнкрафте хочу проголодаться, а не могу. Это вообще, это какой-то... Это анти-Майнкрафт какой-то. Это как вообще так работает? Столько времени, и я до сих пор не голодный. Пипец. Сложность-то у меня немирная, нифига стоит. Уже давным-давно должен был проголодаться. Ладно, у нас тем временем уже 27 левел, что довольно-таки неплохо. Уже скоро будет 30-й. Офигеть. Офигеть. Вот это да. Мы до сих пор прыгаем, и мы до сих пор не потратили свою сытость. Что происходит вообще? Непонятно. Так, о, еще немного. Вернее, очень много еще кварца. Ну давай, когда я уже голодным-то стану? Мне потом еще этот кварц собирать весь, бежать. Капец, я знаю, что нужно сделать. Надо вот так в лаву. Вот так вот. Ай, упасть. Все, сейчас проголодаемся. Сейчас уж точно проголодаемся. Я это уж точно знаю, потому что когда тратится жизни, голод наступает намного быстрее. Но смотрите, ребята, он не наступает. Я до сих пор не голодный. Что происходит вообще? Как такое возможно? Все, наконец-таки я не... О, боже мой. Неужели можно поесть это мясо? Все, можем собирать кварц, который тут находится. Уже 28 левел у нас тем временем. Скоро 29, ребята, будет. Вот это да-да-да. Собираем, естественно. Отлично. Шикарно, да, почти 29 левел. Так, еще буквально пару кварца, и все будет. Пару кварца, и все будет. Вот тут нифига, сколько много мы не собрали. Собираем. Собираем, отлично, 27 штук уже у нас есть. Еще собрали, вот это да, ребята. По ходу дела у нас очень много кварца сейчас будет. Я, наверное, приму решение переделывать весь этот кварц в блоки. Это будет гораздо эффективнее. И вот этот кварц я, наверное, соберу. Все, ребята, 29 левел. До 30 левела осталось совсем фигня. Прям чуть-чуть. Так, докапываем эту залежь. Ну и все, нам, наверное, две залежи еще покопать, и нормально все будет. Так, все, ребята, офигеть, 3 стака уже, вы это видите? Вот это мы сами нафармили, так нафармили. Вот это я понимаю, так понимаю. Офигеть, 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 ребята, столько блоков кварцевых. Возможно, я потом стопудово буду использовать в создании каких-то интересных декораций. По-любому. 100%. Так, ладно. Кварц еще у нас где-то там накопанный был. Это крепость? Господи, показалось крепость. Как бы это было круто, но, елки-палки, это не крепость. Как это грустно. Это вообще. Ладно, забираем кварц. Забираем вот этот кварц тоже, не собранный нами. Отлично. Скоро опять стак будет. Будет, конечно, прикольно. Я уверен, что мы сейчас с вами опять-таки стак наберем, потому что мы очень много его здесь накопали. Во, еще вот тут можно собрать его. Почему бы нет? Все, походу, дело 30 левел нам стопудово уже обеспечен. Нет, пока еще. Пока месть не обеспечен. Еще немножко нужно пособирать, походить. Так, вроде бы тут весь кварц собрали, да? Или нет? Вот тут, по-моему, что-то еще мы копали. Да? Нет? Во! Вот здесь не собрали, отлично. Теперь собрали. Так. Супер. А, вот тут что-нибудь копали мы. Где-то еще вот вдалеке. Нет, не копали? Или копали? Нет, не копали. Ладно, сейчас вот этот кварц соберем тогда уж. И, в принципе, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще немножко до 30-го левела. Пожалуйста. О, шикарно. Так, и вот этот собираем. Все, тут уже стопудово накопим. Фух, ребята, 30-й левел почти что у нас. 3,
два, последний, давай, ура, ребята, 30 левел, офигительно, все, ребята, можем валить отсюда нафиг, 30 левел накопили, это значит, что в скором времени, так, ладно, еще немножко покопаю, значит, в скором времени мы сможем уже сделать себе офигенскую кирку какую-нибудь, самое главное, это, конечно же, найти алмаз, вот, но пока что что-то не нашли мы еще его, так, давайте сделаем быстренько кварцевые блоки, опять-таки, у нас уже стак кварцевых блоков получается, вот это жесть, конечно, очень круто, ну и, в принципе, все. Погнали домой, полетели домой, нас ждет великолепная дорога до дома, и я вот теперь думаю, что нам сделать из кварца, у нас целый стак кварцевых блоков, что нам из этого можно сделать? Наконец-то, ребята, можно отправляться домой. Я добыл себе еще целый стак этого кварца. Подумал, что, наверное, нужно вырезать все это дело, потому что очень долго бы это длилось. Ну и, в принципе, ребята, наконец-таки мы находимся прямо-таки на нашей территории. На улице идет дождь, темно, страшно, мокро. Нам нужно ложиться спать, во-первых, потому что, ну, действительно, сколько можно уже нам находиться здесь в темноте. Неправильно же? Неправильно. О, днем гораздо прикольнее. Прекрасно. Ну и в принципе теперь-то я могу заметить, какой у меня прекрасный мир. Ёлки-палки, после ада такой хороший мир, такие приятные цвета. Мне этот красный цвет, честное слово, уже надоел. Но я считаю, что миссия «Поход в ад», которая называлась, была очень даже успешной. Самое обидное, что мы не нашли крепость, но думаю, что рано или поздно мы этим стопудово точно займемся. А сегодня я эту замечательную жую серию буду постепенно заканчивать. Огромное спасибо вам за... Запнулся. Огромное спасибо за просмотр вам данной серии. Если вам понравилось, то, конечно же, вы знаете, что делать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну, естественно, если вдруг еще вы не подписаны на мой основной канал, тоже заходите и смотрите. Ссылка в описании, там очень прикольненькие видосы. Все, я с вами не прощаюсь, поверьте, дальше будет только интереснее. Увидимся в следующих сериях.